после новости о том, что открыли оформление для пешего типа граждан, так скажем. Паспортный контроль можно проходить пешком, без автомобиля, без велосипеда, без какого-то транспортного средства. Резко образовалась в течение 5 минут колоссальная пробка уже из людей. По той стороне выезжают автотранспортные. Вы посмотрите, что творится. Мало того, что они движение туда перекрыли, они движение в обратную сторону перекрыли. Милые мои, от судьбы не убежишь. Не убежишь. Это просто жесть. Афганистан 2.0.